А мы продолжаем. Советская практика. Всех учеников начальных классов в Кизильском районе кормят бесплатно. Это единственный муниципалитет в области, где на школьные завтраки рассчитывается бюджет. Сегодня детей угощают пловом, на десерт печенье и компот. Обходится один завтрак 25 рублей. Меню рассчитано на 10 дней. Его утвердил Роспотребнадзор. Дети получают полноценное количество калорий, белков, углеводов, витаминов. Отмечу, что средняя стоимость питания по области 55 рублей в день на человека. Все за счет родителей. Льготы существуют для малообеспеченных и многодетных семей, а также для детей, у которых проблемы со здоровьем.